перейти. Правда? Когда-то полноводный. Угу. И приплывали большие корабли? Вероятнее всего. Угу. Расскажите подробнее, пожалуйста, Михаил. О, Александр Владимирович. Подробности история нам не оставила. Мы знаем, что здесь была пристань. Археологи находили ее следы. Угу. Но подробнее об этом ничего не известно, потому что находок было мало. Здесь большая глубина, и доставать их оттуда неудобно. Спасибо. Нежный, который обрушился. Добрый день. С вами снова я. Река Шаренко и мост через нее. Сейчас мы стоим на валу, который насыпной вокруг городища. Являлся как бы защитой и укреплением. Если пройти чуть дальше вперед, то мы увидим вход на городище, который представляет собой как бы отверстие в этом валу, который насыпан вокруг всего городища. Пройдемте туда. Ну, продолжайте. Перед вами находится вход в городище, один из двух, с которого заезжали сюда посетители, так называемые, со стороны реки. Очень хорошо заметно это городище. Вот. Вход его сохранен до наших дней, хотя ему уже более 8 столетий. Вот. Мы продолжим позднее, да? Мы продолжим позднее, да. Когда пройдем ко второму входу в городище. Такое заметное место. Выделяется. Кривая сосна. Местная достопримечательность. А продолжайте свой рассказ. Где второй вход? Второй вход находится на юго-западе. Нет, на западе. Нет, на юге. От того места, где мы сейчас находимся, примерно вот там. Сейчас посмотрим. Лучше где будет видно, когда мы поймем поближе. Угу. Но сейчас мы стоим на том месте, где летом стоит археологический лагерь. Именно на этом городище, а этот памятник археологический называется именно городище, входит он в большой археологический памятник Могутова, который входит в городище, а также два селища, которые были расположены в поле. В определенных местах. Сейчас эти места трудно обнаружить. Обнаружим? Спасибо большое. Не за что. Мы продолжим. Спасибо. Она не остывает до низких температур, поскольку в них там довольно глубокий слой ила на дне, и поэтому она не замерзает зимой. Сейчас эта речка маленькая и узкая, а говорите, по ней ходили корабли? Когда-то по ней, да, видимо, ходили корабли, если верить археологам. А что вы скажете про то место, которое лежит за речкой? Это что представляет? Сейчас там болото. Собой. Болото. И да, было болото, видимо? Ну, то, что там было, нет. Поскольку тут обнаружены вот за сосной на западе от нас, на юг-запад от нас, обнаружены останки моста, видимо, куда-то, когда-то на ту сторону была переправа, и там
Значит, она была чем-то нужна. Значит, там была какая-то или дорога, или какое-то, может быть, поселение. Но в данный момент там болото. Никаких дорог там не проложено. Вот участок не замерзшего берега. Как это ни странно. Точка очень хорошо. Мы видим, насколько крутой вал. Нашими предками. Также если посмотреть на первый выход, в котором мы уже были, там тоже очень хорошо просматривается этот вал. Более-менее прямой участок, это извилистая речка. Она не такая широкая, но очень извилистая. Множество поворотов, несмотря на то, что она такая узкая, ее глубина достигает 2 метров воды и где-то столько же ила. Это удивительно. Уй. Продолжаем. Сейчас мы находимся около второго входа в городище. Оно перед нами. Тоже так же. Его хорошо видно, как и первое. Также на этом месте вот видны ровно посаженные ряды деревьев, липы. Они были, видимо, посажены здесь в 18-19 веках, когда здесь жили постоянно дворяне, князья из рода Вяземских. Несколько поколений здесь было, начиная с конца 18 века, 1880 какого-то года. И в 1899 году здесь умер последний из представителей этого рода. Похоронен на Фрязинском кладбище. Вот эти липы сохранились с тех времен. На городище со стороны селища 2 могут. Это то, что вы показывали, когда мы стояли на первом входе, да? Вон там. Да, вот это второй вход. Вот. Не так хорошо. Не так хорошо заметили, но все-таки. Здесь, видимо, стояли ворота, да? Ворота здесь, ну, наверное, стояли как на том, так и на этом входе. Но с той стороны вход шел с реки. Там, видимо, были основные ворота, они лучше сохранились. Можем себе представить. А что, и был чистокол, была изгородь, да? Какая-то изгородь была, насчет чистокола не знаю, но этим летом было вот, около реки во время выкапывания выгребной ямы. Был обнаружен кол, вот, который, возможно, принадлежал чистоколу, но как бы сводит смущение тот факт, что кол всего один обнаружен, а чистокол, если он был, то бревен здесь было великое множество. Обнаружение одного останка кола, но он, правда, хорошо сохранился. А крепостная стена здесь была? Нет, вряд ли здесь была крепостная стена. Это был все-таки не военный укрепленный пункт, а здесь жили какие-то мирные люди. Шевная города, называемые здесь крестьяне. Конечно, это был какой-то укрепленный пункт вот по дороге от Переславля в Москву. Она проходила где-то вот там, где сейчас густой лес, там проходила дорога, которая называется Старая Переславская дорога, которая здесь проложена еще в 11-13 веке. Так, ну дорога проходила вот где-то в том районе, там где сейчас лес смешанный. Но это можно определить. Это могут определить ботаники, биологи, которые по типу деревьев, которые растут на данной территории, могут определить, какая здесь раньше была на этом месте, что здесь было. И где-то в том районе проходила как раз дорога. Старая Переславская дорога. Одна из 3 дорог из Москвы в Переславль. Также была Стромынская дорога, которая была проложена в 13 веке. И Хомутовская, если я правильно сделал, поставил ударение, дорога, которая была проложена в 15 веке. Вот. Спасибо.
Спасибо. Почему-то показывали в ту сторону. Видимо, они показывали на Москву. Он в Крылатском сломал ногу себе. Да, он здесь сломал ногу и как герой потом полз на руках до Москвы. Все не так романтично, как я думаю. Вот сейчас оператор сидит прямо на валу. На этом 800-летнем валу, который представляет собой памятник истории. Но она могла быть деревянная. Она деревянная могла быть. Ну, вряд ли она в 12 веке была каменная. Тогда еще и Кремля каменного не было. А здесь было место пересечения чего? Почему здесь могла быть... На самом деле, это не подает никакому логичному объяснению укрепление этого пункта. Потому что границы между московскими и... Вот у меня об этом написано в материале, который сегодня привез Николай. Там написано об этом. И написано, что вот здесь сторона вала, которая обращена к реке, на которой, скорее всего, идут укрепления, она, по идее, не... Короче говоря, она смотрела не в сторону противоборствующего княжества, а в сторону своего княжества. То есть это расположение, она находилась не на границе, а на границе княжества и не было... Каких княжеств? Московского и Новгородского. Нет, даже тогда не Московского. Вот в те времена Москва только зародилась, тогда еще было не Московское, а скорее всего Переславского, Владимира-Суздальского, да? Владимира-Суздальского. Оно образовалось позже. Сначала было отдельно Владимирское, отдельно Суздальское. Потом... Когда времена феодальной раздробленности закончились, эти два княжества уже объединились. Потом объединился вся Русь. Понятно. Спасибо. Московская дорога, она там, она в лесах. Сейчас мы вместе в леса. Но сейчас это определить мы не можем, поскольку мы не профессионалы в биологической части. А биологи могут определить по растительности, которая растет на этом месте. Но где-то... Вот в тех краях, за сосной, кстати, который является местом достопримечательности. Угу. И вот, будем говорить. И вот лес. Прекрасный лес. Просто замечательно. Вот здесь вот останавливались брянские выпускники, когда. А вот там селище, да? Селище, вот да, они оба где-то там. Угу. Первый находится почти у деревни. Угу. Там в 50 метрах от усадьбы Степаныча. А второе селище находится где-то... А Степаныч, он из Вяземских? Нет, Степаныч, он... У него... А усадьба как же? Усадьба просто в археологических документах. Все дома называются усадьбами. Ах, вот как. Видимо. А второе селище находилось вот где-то... Ну, вот на том месте, где летом проводились раскопки, вот в этом открытом поле, метров на 200, на 300, отступая от реки Шеренки, от городища. Где-то посередине этого поля. Конкретнее определить место сейчас сложно. Найдем. Но мы найдем. Об этом будет снят наш следующий фильм. Вероятно, когда сойдет снег. Если мы еще увидим что-нибудь интересное, дорогие зрители, мы вам обязательно об этом расскажем. Но еще есть летняя видеосъемка. Еще есть летняя видеосъемка. Но она довольно плохого качества и не идет на моем компьютере. Поэтому надеюсь, что это будет лучше. Выпускники когда. А вот там селище, да? Селище, вот да, они оба где-то там. Uh-huh. Первый находится почти у деревни. Uh-huh. Там в 50 метрах от усадьбы Степаныча. А второе селище находится где-то... А Степаныч, он из Вяземских?
Нет, Степаныч, он... У него, а усадьба как же? Усадьба просто в археологических документах, все дома называются усадьбами. Ах, вот как. Видимо. А второй селищ находился вот где-то... Ну, вот на том месте, где летом проводились раскопки, вот в этом открытом поле, метров на 200, на 300, отступая от реки Жеремки, от городища. Где-то посередине этого поля. Конкретнее определить место сейчас сложно. Найдем. Но мы найдем. Об этом будет снят наш следующий фильм. Вероятно, когда сойдет снег. Вот. Если мы еще увидим что-нибудь интересное, дорогие зрители, мы вам обязательно об этом расскажем. Но еще есть летняя видеосъемка. Еще есть летняя видеосъемка. Но она довольно плохого качества и не идет на моем компьютере. Поэтому надеюсь, что это будет лучше. Всего доброго. Здесь река Шеремка делает очередной подождик. Устье. В смысле, в том русле. Вот там мы наблюдаем мостик через ручей, который отделяет городище, мостик, перила от него, он сейчас завален снегом. Мостик через ручей, который отделяет городище, на котором сейчас находимся, от селища и от самой деревни. Селище расположено вот в районе, чуть-чуть южнее деревни. А саму деревню вы, дорогие зрители, видите воочию. Спасибо. Моготово. Мы заложили последний. Итак, мы находимся в деревне Моготово. Недалеко от Москвы. Эта деревня, начиная с осени 2001 года, привлекает к себе внимание археологов и историков. Поскольку здесь был найден. Было сначала текст написать. Мы находимся в деревне Моготово Щелковского района Подмосковья. Это небольшая, даже по российским меркам, деревня, стоящая примерно из 40 дворов. С осени 2001 года сильно привлекает к себе внимание московских историков и археологов. Это произошло из-за того, что в сентябре 2001 года на этом месте было обнаружено 16 вислых печатей и 12 свинцовых пломб 11-12 века, а также другие находки. Такое обнаружение этих печатей для Московской области уникально. Перед археологами был поставлен вопрос, с какими археологическими реалиями связана находка вислых печатей, сколько печатей и других ценностей пока еще сокрытой земле, и может ли речь идти в данном случае об остатках архива, и если да, то к какому типу он может быть отнесен. Эта деревня была важнейшим постом на пути из Новгородского в Переславское, в Московское княжество. Здесь проходила старая Переславская дорога, там, где сейчас все покрыто густым лесом. Сейчас вы ее видите. В этом поле эта дорога проходила за полем, который мы сейчас видим, там, где сейчас находится густой лес. В этом поле располагалось два селища Моготово, два археологических памятника и городище. Сейчас туда пройдем. Геологических памятника и городище. Сейчас туда пройдем. А что там? Там ничего нет. Вот. Все.
пощупал, блин, прям позвоночник представил, вся масса снега. Ну, зачем это снимать, а? Я не думал, что это... Хочешь. Ну поехали. Так, подождите, а потом вот сейчас мы находимся на городище Могутово. Он находится на мысу первой надпойменной террасы реки Шерир. Просто ты хочешь. Ну поехали. Так, подождите, а потом вот сейчас мы находимся на городище Могутово. Он находится на мысу первой надпойменной террасы реки Шерир. Который находится слева от нас. Говори, говори. Этот мыс имеет вид останца, который возвышается над уровнем реки на 8-10 метров. Такой вид городище имеет из-за того, что оно отделено от плато, оврагом и долины ручья. Шеренка бывает городище с запада и с севера. Угу. Форма городища яйцевидная. Мы находимся на городище. Оно возвышается над долиной реки Шеренки на 8-10 метров. Вот на этом крутом повороте реки когда-то была пристань. Форма городища яйцевидная, оно имеет по всему периметру валы, в которых есть проходы, которые раньше служили двумя входами на городище. Оба этих вала имеют проемы, которые соответствовали древним входам на городище. Один с речной стороны, сюда заходили посетители городища, которые шли через реку. И второй вход находился на юго-западе. Находился на западе городища. Вот эта липовая, ровная липовая аллея, которую мы сейчас видим, была посажена в 18-19 веках, когда здесь в Могутово постоянно жили род дворян вяземских. Они жили здесь с 1767 года. Первым владельцем был Сергей Васильевич Вяземский, первым из этого рода. Последний владелец был Анатолий Сергеевич Вяземский, который умер в 1891 году. Здесь был похоронен на местном кладбище в возрасте 80 лет. У местных жителей принято называть это городище Балясовой горкой. Вот на городище, который находился со стороны реки, сюда шли гости крепости, которые приплывали сюда или приходили по мосту соседних княжеств. На этом плане очень хорошо просматривается высота. Вырубайте съемку, эти пришли. Заходили гости крепости. Здесь очень хорошо видны валы и проем в валах. Видно, как они выделяются. Высота их, напомню, 8-10 метров. Вот если приглядеться, можно заметить прямо по центру от ворот, что там находятся остатки от моста. Это, конечно, не тот мост, который был здесь в 12 веке, но он, видимо, находится на том же месте, что и раньше.
Люри. Когда-то река Шеренка была полноводной рекой, не то что сейчас, и она была даже судоходной. Как говорил уже, на ней находилась пристань. Вот с этого плана можно оценить размеры валов, которые окружали крепость, и также можно увидеть остатки моста, по которым сюда приходили гости. Можно остатки моста. Да, остатки моста. Вниз направить, крутизну посмотреть. Вот сейчас можно наблюдать, насколько крутые валы, несмотря на то, что им уже 800 лет, но они не потеряли своей крутой формы. И до сих пор остаются серьезной преградой. О, это мы опять мысль разбили. Все, кончилось. Все. Все, это в Москве. 23 минуты. Какого? 9 Что нажимать?